Внезапно Android 9.0 Pie выйдет и для линейки смартфонов Samsung Galaxy S7. В базе данных тестового приложения JEggbench совершенно неожиданно появился смартфон Samsung Galaxy S7 Edge, который работает под управлением операционной системы Android 9.0. Неожиданным сей факт является хотя бы по той причине, что Samsung официально не обещала обновлять смартфоны, которые были флагманскими для компании 2 года назад. На этой неделе Samsung опубликовала в приложении Samsung Members список смартфонов, которые обязательно получат обновление до Android 9.0 Pie в ближайшие несколько месяцев. Так вот, Samsung Galaxy S7 или Samsung Galaxy S7 Edge в списке не было. Складывается такое ощущение, что Samsung тайно тестирует Android 9.0 Pie и для своих старых флагманов, намереваясь сделать подарок поклонникам. Но так как компания до конца не уверена, как поведут себя старые смартфоны с новой прошивкой, пока что официального заявления южнокорейский производитель не делал. Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus уже начали получать финальную версию прошивки OneO на базе операционной системы Android 9.0 Pie, однако пользователи уже сообщили о том, что эта прошивка вызывает проблемы в работе голосового помощника Bixby. Официального комментария Samsung пока не последовало,